Послание в действии. На заседании регионального правительства подвели итоги выполнения основных задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным и главой региона Дмитрием Азаровым. В первом полугодии реализовано 20 мероприятий по различным направлениям. Например, в разделе «Лучшие дети» провели информационную кампанию по привлечению талантливых выпускников вуза Самарской области. Продолжается работа по созданию комфортной среды. 7 городских округов Самарской области приняли участие во всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды. На рассмотрение конкурсной комиссии в общей сложности было представлено 8 проектов. По результатам конкурса проект городского округа Октябрьск по реконструкции центрального пляжа признан лучшим в категории «Малые города». На его реализацию к нам из федерального бюджета поступит 75 миллионов рублей. Вся работа над задачами послания проходит по 13 направлениям. Развитие инфраструктуры, культуры и спорта, экономический рост, ответственные министерства и другие. Тем не менее, не все запланированное удается выполнить по тем или иным причинам. Александр Нефедов поручил создать рабочую группу, которая займется анализом проблем. В течение месяца, не более того, августа месяца, разберите все невыполненные решение, составьте план мероприятий, дорожную карту, пропишите, чтобы этот документ был приложен к этому отчету и им руководствовались в исполнении. Мы не имеем права, еще раз повторюсь, не выполнять, как бы это сложно ни было.